Геннадьевич, от всего телеканала «Енисей» примите, пожалуйста, с любовью, уважением и победой. Это от нас? От нас. Расскажите, пожалуйста. Любящий наш канал, мы всегда смотрим его. Расскажите, пожалуйста, про игру. Как далась вот такая победа, разгромность? Каким образом вы ее достигали? Ну, во-первых, спланировали, стратегию разработали. Подготовились хорошо, накатались, сыграли матчи, были совместные тренировки с Сандвикиным тоже, когда наши молодые ребята играли на Кубке России. Был план подготовки, мы его выполняли, и как видно, что он сработал на 100%, поэтому гордость за себя, за наш клуб, что у нас работают, наверное, лучшие специалисты,